Бац! И еще одна посылка. Что же в этой посылке у нас? А в этой посылке у нас грандиозная и грандиозная кофточка, которая называется толстовочка на 130. Серьезно? Мы заказали на 130 для Киры с Мишкой. Тепленькая, хорошенькая. Будем мерить. Дальше. Подождите, я посмотрю швы. Швы ровные, вообще идеальный шов. Красиво сделано, да? Угу, да. Прям ни ниток нет, ничего. Не торчит, плотненькое, хорошее качество. Утепленное. За пальцы не цепляется, утепленное. А ну-ка, понюхайте. Не пахнет? Пахнет. Ну, расскажите, хорошо. Как вам кофточка? Хороша, но только длинновато. Не пахнет? Немножко пахнет. Чем? Ничем не пахнет. Но, мам, видео только я и папа. Видео только я и папа. Хорошо, у тебя красивый медвежонок? Да. Нравится? Угу. А швы как? А швы не выглядывают, ни одного. Ну, хорошо. Ага. Тепловато. Рекомендуете? Да.